Да, это сегодня она такое взяла. Да, я как раз вот сижу с ними в руках. А вы даете другой товар, да? Да, просто? Я вам даю, просто обмениваю на такой же товар, только... Возместить. Потому что она плакала, она понервничала из-за такого обмана. Я звонила на горячую линию, это все заснято тоже, ну. По камерам посмотреть, что именно вот такие помидоры она у вас взяла, то есть... Вы просто их обменяли, получается. Ну, я вам дала бы... вот такие же. Нет, если товар ненадлежащего качества, как вы должны... Я вам его меняю на надлежащего. Ну и должны возвращаться товара. Тогда деньги. То, что она нервничала. Нет, у нас в сети такого не предусмотрено. А почему вот у вас так делается? Почему обрезается, заклеивается скотчем? Ну, это я вам не могу объяснить. Вот это, ну, это сотрудники явно делали. Ну, это уже один сотрудник есть, который уже, ну, да, один сотрудник. Скорее всего, уже не будет, потому что надоело своими этими вопросами. Это, нет, ну, а вот это нормально? Вы просто обменяли товар. По идее, вы должны вернуть еще и деньги за этот товар. Я вам могу, потому что пожилой человек, извините, она переживала и плакала. Вот я сейчас подошла, меня тоже аж от этого трясти начало. Это все заснято. Ну как так можно, я вообще не понимаю. Я вам могу вернуть деньги, но это я вам просто не дам данный товар за ненадлежащее качество. Я могу обменять товар на надлежащее качество, принести свои извинения и, в принципе, со своей стороны. Нет, вот. По идее, как бы магазин должен вернуть деньги за этот товар. По идее, должен вернуть деньги и товар надлежащего качества. Потому что товар некачественный, это такое вы продаете. Не магнит. Нет, это в Россию. Не первый раз об этом я слышу. Ну, вы... если вы так хотите настоять, ну, позвоните. Я верну деньги, конечно, мне не проблема. Мне не деньги, в смысле, не потому что у меня бабушка из-за этого переживала и плакала. Я хочу ей показать справедливость, а не так. А рубль будет у вас? Рубль нет, у меня нету с собой денег. О, какой. Вон он какой. И внутри должен быть апельсин. Апельсин сейчас возьмем. Есть апельсин там? О, точно. Смотри, вон какой апельсин. Пахнет апельсином и горьким. И горьким шоколадом. Я не чувствую какого. А, пахнет шоколадом. На памяти разрешу. Бамочки, он какой красивый внутри. Беленький он, толстый. Беленький над кофточем. Том, поднимись, на, Саша. Встань на это, дай ему, он сам почистит. Цельный? Он да, ждет. Он сам почистит. А если меня штрафуют? Быстрее. Быстро, дай ему все. Второму, ты что-то так говоришь? На. Mm-hmm.
Thank you.